гвардии Украины. Ей сегодня исполняется 8 лет. Мы можем вспомнить, это 8 лет войны, 8 лет с Майдана 2014 года. Поэтому эта структура, Национальная гвардия, она одногодок нашей революции, она одногодок усилий украинского народа по борьбе с захватчиком, который сейчас перешел к широкомасштабной войне. Эти года не прошли случайно и просто для Национальной гвардии. Это период формирования, это период наибольшего доверия среди военизированных структур, это период подготовки. И сейчас я с гордостью могу сказать, что мы совместно с вооруженными силами Украины, плечом к плечу, бойцы, ребята с Национальной гвардии сегодня защищают нашу большую родину от захватчика. Не отступают ни на шаг, бьются. И я уверен, именно эти подразделения, которые сегодня, я напомню, воюют в Мариуполе, в Харькове, в Рубежном, под Киевом, в многих-многих других городах, остановят врага и приблизят нас к нашей большой победе.